Эй! Поехали! Йоу-йоу-йоу-йоу! Да-да! Е-е-е! Пау-пау-пау! Переводчик Монти Пайтон накинул мне страйк. Он не понял, с кем связался ему, как я не стать. Я пишу на него дис, потому что могу. Я натравил на его мамку 50 акул. Я сожрал его жену, скинул со скалы детей. Но ему плевать, ведь мы одобряем, что он гей. Где же видано, чтоб переводчик страйки кидал? Всем понятно, это почерк мамкиных путан. Я читаю Ницше, Канта, Секста и Фейербенда. А меня забанил лох, что не смог узнать свой гендер. Мои треки рушат само пространство и время. А тебе, дружок, дано остаться евреем. Без негатива говорю, что ты обычная крыса. И на таких, как ты, даже кандидат наук пишет диссы. Переводчик Монти Пайтон накинул мне страйк. Он не понял, с кем связался ему, как я не стать. Я пишу на него дис, потому что могу. Я натравил на его мамку 50 акул. Переводчик не поймет, что такое искусство. Когда в душе пусто, то и в голове пусто. Я Заратустра, ты моя обезьяна. И единственный твой шанс перестать грызть бананы — это, конечно, забанить того, кто на голову выше. Ты воспитан на Хью Лори, я воспитан на Ницше. Мы разного масштаба, я гигант, а ты ежи. Учись у меня, будь послушен, прилежен. На фракталы распадется мой кожаный майк. И тогда тебя прощу, только отмени страйк. Е-е-е!